Компания Jaguar с помощью кинематики решила наглядно продемонстрировать мощь мотора Jaguar F-Type SVR. Для справки, кинематика – это наука, изучающая формообразующие свойства звуковых волн. Первым открыл воздействие звуковых волн на органическую и неорганическую материю немецкий ученый Эрнст Фладе еще в начале 19 века. А уже в 20 веке его теорию развил швейцарский ученый Ханс Йенинг, которому удалось с помощью рассыпанного по стальной пластине песка наглядно продемонстрировать влияние звуковых волн на материю. В зависимости от частоты волн, под воздействием колебаний частицы песка выстраиваются в определенный рисунок. Причем чем выше частота, тем сложнее рисунок. Этим эффектом и решили воспользоваться специалисты Jaguar для рекламы топовой версии модели Jaguar F-Type SVR с мотором мощностью 575 лошадиных сил. Если признаться честно, то, на мой взгляд, специалисты Ягуара не в полной мере знакомы с наукой кинематика. Дело в том, что звуковые волны активно воздействуют не только на песок, но также на воду, огонь и даже электричество. Если бы для рекламы Ягуара британские специалисты использовали не примитивный песок с железными пластинами, а воду и огонь, то зрелище было бы просто колоссальным. К примеру, подобное шоу создал сегодня новозеландский артист Найджел Стэнфорд, которому удалось своей музыкой воздействовать на огонь, воду и даже электричество.